вы хотите, чтобы ваша обувь была не только удобной, не только комфортной, но и создавала праздничные ваши образы, и вы могли их носить с октября по апрель? Думаете, такого не бывает? Все бывает, и мы сейчас в этом с вами разберемся. А пока знакомимся с цветами. И первый цвет, который вы видите на экране, это нежно-розовый. У нас 7 цветов на выбор. Это дутики «Снежная сказка», 9-я полнота. Все украшено стразами. 1199 рублей. Это цена только сегодня. И только сегодня скидка превышает стоимость. Успейте заказать свой размер и свой любимый цвет. Давайте сейчас перечислять. Значит, розовый цвет. Розовый цвет. Дальше я хочу предложить вам великолепный синий цвет, также с синими стразами. Встречайте благородный серый цвет. Здесь у нас с вами далее будут некоторые разные виды модификаций, такие как, например, следующий цвет вы видите также темно-синий на белой подошве, но у нас будет встречаться и на темной подошве. Еще раз хочу вам показать яркий розовый, он немножко отличается, чуть ярче. И дальше опять у нас с вами две модификации черного. Встречайте черный цвет на контрастной белой подошве и черный цвет на однотонной подошве. Так, давайте сейчас посмотрим внимательно эти дутики и подумаем о том. Так, когда мы гуляем на улице, в мороз, нам становится холодно. И часто бывает так, что ноги не сколько замерзают, сколько промокают от снега или, там, может быть, от мокрого снега. Оля, а мы сейчас с тобой посмотрим, будут ли они промокать. Итак, модель наша Татьяна приготовила нам небольшой эксперимент. И сейчас перед ней стоит аквариум, в которых не только вода, но и лед, и грязь. Татьяна, опускай ногу, и мы увидим, что наши дутики выдерживают все. Давай, доставай, и мы посмотрим, что с ткани. С ткани у нас с вами вода просто стекает, поэтому нам с вами не страшна влага. А если нога мокрая? А мы сейчас проверим. Татьяна покажет нам специально приготовленный носок, на котором бы очень хорошо было видно намокание. Но он сухой! Абсолютно сухой носок! Вы видели, она там даже ногой болтала. Долго-долго не промокли. Конечно, столько снега, столько воды не бывает. Но если только лужи измерять, да? Тут действительно, но однозначно будут ноги сухие. Почему? А все потому, что у нас, во-первых, трехслойный утеплитель. Первое, это текстильная ткань, которая не пропускает влагу. Дальше у нас с вами идет пористый материал, поролон специальный и, конечно же, густой и плотный мех. Но вот, посмотрите, у нас с вами прекрасный воздухообмен, наша нога дышит, но влага туда не попадает. Ткань текстильная, вода от нее просто отскакивает. Дальше мы видим, что в дизайне у нас участвует еще и эко-ноутбук. Посмотрите внимательно. Он не только придает нам великолепный дизайнерский внешний вид, но также служит определенной защитой от влаги. Но не только, Ольга, это является преимуществом. У нас с вами подошва соединяется литьевым методом. Это самый надежный способ. И он также делает нашу модель более легкой. Давайте посмотрим еще и на внутреннюю часть. У нас для облегчения обувания есть молния. Посмотрите, она от земли у нас с вами идет на высоте 8 сантиметров. Даже если вы провалитесь в лужу высотой 8 сантиметров, вам ничего не будет страшно. Слушай, мы сейчас с тобой обязательно обсудим еще и высоту наших предложений. Так, смотрите, 1199 рублей. Это цена, которая действует только один день на телеканале Шоп-н-Шоу. Это супер выгодная покупка сегодняшнего дня. Скидка превышает стоимость предложения. Если сейчас вы позвоните своим подружкам, своим соседкам, сделайте коллективный заказ. Такие уги нужны абсолютно для всех. Для дочки возьмете, для себя, для племянницы, для подружки. Вы тогда можете получить и бесплатную доставку, которая действует от 3990 рублей. Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка. 1200 рублей вы экономите. Как выбрать размер? Давай еще раз расскажем. У нас здесь 9-я полнота. Да, 9-я полнота отлично подойдет на любую проблемную ногу, но размер вы должны брать на один больше. Именно тогда у вас будет идеальная посадка по ноге. А идеальную посадку по ноге нам обеспечивает не только широкая зона колодки, но также мне очень нравится, что наши дутики имеют высоту, которая подходит абсолютно всем, а именно это 25 сантиметров. Также мне нравится, что дутики, внимание, подойдут на любую полноту икры. Будь то пышные икры, будь то
худенькая ножка. Вы думаете, как это может быть? А вот мы сейчас с вами и посмотрим, как это бывает. Ну что ж, давайте прямо сейчас сделаем замеры. Вот я специально взяла для себя свой самый любимый цвет, чтобы показать вам, черный, не марги, чтобы показать вам, что действительно сапоги подойдут и для полненьких женщин. Итак, давайте сейчас покажу свой выбор. Вот они, сапожки, дутики, блестящие, со стразами. Давайте я сделаю замер своей ноги, чтобы вы убедились в том, что ну, достаточно полненькая ножка. На самом деле, мне очень проблематично подобрать для себя высокую обувь. Замеряем 43 сантиметра. Теперь мы берем наши дутики и пытаемся их надеть. Думаете, пытаемся? Нет, мы их легко и просто надеваем. Я уже пробовала это делать. Давайте посмотрим, как мы это сделаем. Так. Так, Аня, смотри, все нормально. Легко, да? Легко ты вставляешь ножку и легко застегиваешь. А вот самое главное, посмотри, вот еще. А сколько свободы. Вот, понимаешь? Вот. Слушай, ну на самом деле многие сейчас думают, так, наверное, вот здесь вот у меня вот приблизительно такая же нога, но здесь будет пережимать у меня варикоз, это опасно для моего здоровья. Оль, а я тебе могу показать и доказать, что такие сапожки подойдут и не будут пережимать. Очень часто бывает, что варикозные ножки, именно вены передавливая, создают невероятную боль. Посмотрите внимательно, эластичная вставка по верхней части, она подстраивается именно под вашу ножку, под ваш объем. Посмотрите, тонкая ножка будет мягко обнимать, ножка пухлая, у нас с вами прекрасная посадка по ноге. Посмотрите, сколько здесь возможностей, как растягивается. Замечательная эластичная лента. Точно так же эластичные вставки у нас по всей поверхности. Ведь это же дутики, качественные дутики с эластичными вставками. Поэтому сегодня выбираем самую качественную обувь. Самые удобные в мире дутики, самые красивые, они с блеском, посмотрите, с блесками, самые комфортные. Девятая полнота, и здесь еще остается запас. Итак, хочу вас порадовать тем, что ваши ноги не промокнут и ваши ноги не замерзнут. Посмотрите внимательно, густой мех по всей поверхности. Этот мех эффективно сохранит тепло ваших ног. Также мне очень нравится, что у нас с вами съемная стелька, вы всегда сможете ее просушить. Стелька у нас имеет основу пористого материала, который также сохранит тепло. Поэтому сегодня вы, выбирая такую обувь, выбираете себе надежную защиту от холодов, от влаги и от гололеда. Мягкие, 9 полнота, высокие, но застегнуться и на полной ножке даже запас будет. И сверхдоступные по цене, успеете их заказать? Берите сразу несколько пар, не прогадайте.